такое счастье, что у нас есть такая музыка. Я сейчас услышала самую настоящую сказку. С первых нот это было настоящее вступление, которое привлекло внимание и рассказало что-то такое необычайно высокое, красивое. В сердце сейчас столько нежности, любви, счастья от того, что я услышала такую сказку, к которой можно еще обращаться, слушать, слышать. Очень хочется еще раз встретиться с такой красотой. Правда. Я очень люблю седьмую миниатюру «Звездной копили». Она начинается с таких, вот как ты говоришь, сказочных таких переливов, как будто сейчас ворота вот в эту сказку откроются, и мы туда направимся. И сама музыка, она такая тонкая, такая нежная. И она словно настраивает душу на вот это восприятие, на такое внимательное восприятие, на такое какое-то правильное, такое, какое должно быть. Вот, и так хочется вот всем сердцем отозваться на нее. Так похожи мои чувства с вашими. Вот столько тонкости подарила эта миниатюра, столько красоты. Вот как будто бы сама красота. Вот словно вот появилась у меня такая возможность, это окошечко, это сказочное, заглянуть и увидеть вот эту жизнь, которая живет в сказочном вот этом мире, как вот просто жизнь вот эта вот такая нежная, такая тонкая, такая внимательная, вот такая щедрая и бескорыстная, вот это вот, как волны вот этой мелодии звучат, они как разливаются для всех, для каждого, для меня. Я еще почувствовала такую бережность в музыке, и захотелось, вот прям захотелось вот беречь людей, чтобы люди берегли друг друга. Вот с этой вот так не хватает этой бережности у нас в жизни. Хочется, чтобы ее было больше. Хорошо, что вот эта мелодия так ценна, что она есть, что можно ее послушать и почувствовать, как вот как-то обращаться к ней. Еще раз, открывать.